забил в отношении «Авангарда», а затем, вроде бы договорившись с «Локомотивом», все равно не приехал. И вот только сейчас с третьей попытки доезжает до «Металлурга», но «Металлург» забивает и без него. Это вновь Филипп Майе. 2-0. Ну кто, если не Фил? Потому что в этом сезоне, видимо, отдувается за всю команду только канадский нападающий. Пятая шайба для Филиппа Майе. Он оформляет дубль в ноль, как и в игре против «Спартака».